Чтобы заплатить за воду, выстоять очередь в кассу. Чтобы передать показания счетчика, сделать телефонный звонок. Через это Владимир проходит каждый месяц. Минимум полдня, а то и целый день. Если платить до 20-го, то нормально. А уже после 20-го очень много людей скапливаются. В общем, банки не смогут обеспечить. Просто очень большой поток людей. Сэкономить время абонента поможет оплата и передача показаний счетчика в режиме онлайн, рассказывают в водоканале. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо создать электронный лицевой счет. Для этого нужно зарегистрироваться на странице интернет-магазина коммунальных услуг. В анкете необходимо указать регион проживания, номер лицевого счета, сумму последнего платежа и адрес электронной почты. После этого создать и активировать свою учетную запись. В домашних условиях потребитель может зайти в раздел «Товар» на вкладку «Показания» и занести показания. Подтверждаем, что да, действительно на сегодняшний число такие показания. Видны все поступления платежей потребителя, а также ежемесячное начисление потребителя, количество людей потребителей, на кого зарегистрирован данный лицевой счет и какая норма потребления у потребителя. Также абонент может узнать размер задолженности. На оплату и передачу показаний через интернет у потребителя уйдет не более 5 минут, а данные о сумме платежа мгновенно передаются коммунальному предприятию. Оплата без комиссии. Эта услуга сделана для того, чтобы увеличить процент оплаты, который на сегодняшний день, к сожалению, у нас не очень высокий. Начиная с января этого года, 2013, по настоящее время процент оплаты в нашем ПУКХ составляет 86%. У нас накопилось 26,8 миллионов задолженности. Если мы и дальше будем продолжать наращивать долги, мы не сможем ни ремонтировать сети водопроводные, мы не сможем поставлять воду так, как хочется населению города Макеевки. За последний месяц новшеством воспользовались более 100 человек. Всего же в Макеевке 165 тысяч абонентов. Коммунальщики надеются, в ближайшее время количество желающих воспользоваться услугой электронного лицевого счета будет расти. Светлана Киксева, Артем Молчанов, «Панорама».